Volkswagen начал принимать заказы на восьмое поколение легендарной модели Golf. На российском рынке модель будет предлагаться в двух версиях. Комплектация «Эксклюзив», оборудованная бензиновым двигателем 1.4 мощностью 150 сил в паре с 8-диапазонным автоматом, предлагает очень богатый набор оборудования. Оснащение включает 6 подушек безопасности, виртуальные приборы, медиасистему с экраном на 8 с четвертью дюйма, трехзонный климат-контроль, электропривод водительского кресла, плюс обогревы руля и всех сидений. Также «Гольфу» достались камера заднего вида, датчики света и дождя, матричные фары, система бесключевого доступа, электрический стояночный тормоз и 17-дюймовые колесные диски. Но первым проданным в России восьмым «Гольфом» оказался заряженный «Гольф GTI» с 2-литровым турбомотором, 7-ступенчатым роботом DSG и электронно управляемой блокировкой дифференциала. Такому Volkswagen полагаются спортивные передние сиденья, соответствующая отделка салона, а также обильный декор кузова, в который входит фирменный обвес, шильдики GTI и тому подобное. И только версия GTI может предложить систему выбора движения, электромеханический стояночный тормоз с системой Auto Hold, а также рулевое управление с переменным передаточным отношением. При желании комплектации можно дополнить рядом пакетов и отдельных опций. Скажем, в пакет навигации включены 10-дюймовый экран медиасистемы, аудиосистема Harman Kardon и дополнительные электронные ассистенты. Модель уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах марки. Добавим, что Golf — это настоящая легенда марки Volkswagen. 8 поколений этой модели завоевали популярность во всем мире. На сегодняшний день продано больше 35 миллионов автомобилей в 8 поколениях. А еще Volkswagen частично рассекретил новый SUV под названием Taos. В модельном ряду он позиционируется как более компактный кроссовер, чем Tiguan. Для российского рынка Taos будет предлагаться с двумя вариантами двигателей – атмосферным и турбированным. Новинки полагаются широкий набор систем помощи водителю, адаптивные световые технологии и многое другое. Для российского рынка модель будет доступна в трех вариантах исполнения. Кроме того, в момент выхода на рынок для заказа будет доступна ограниченная серия Joy – специальное исполнение, созданное на основе средней по старшинству версии Status.